Но, по свидетельству многих, Андрей находится в исключительной форме. И хоть он и имеет фору в 7 баллов, но все же нужно произвольную программу отработать на отлично, чтобы лидерство удержать. Но первым катается Андрей. Андрей Грязев, который в этом году выступал на трофе Эрик Бомпар, на Cup of Russia тоже выступал. И не снискал там лавров. 2 раза 7-е место. Хотя, конечно же, оба раза по-разному катался он на этих турнирах. И что-то было в одном случае хорошо, в другом плохо. Сейчас все это забыто, обработано. И впереди только произвольная программа чемпионата России. В короткой он катался очень неплохо.
Ну вот, совсем другое дело. Андрей Грязев, который был уже бронзовым призером чемпионата России, и серебряным призером чемпионата России, и чемпионом мира среди юниоров, но где-то очень часто терял свой настрой на катание. Сегодня сделал буквально все. Буквально все он сделал, что хотел, что ему наказывали. Выдающееся для него катание. Не знаю даже в его карьере, с чем такое катание сравнить. Может быть, с тем, ну, все-таки еще юниорским катанием, когда он стал чемпионом мира среди юниоров. Да нет, наверное, здесь все как-то намного серьезнее. И вот тот путь, про который только что рассказывал Владимир Котин, путь, который нужно пройти сначала в юниорах, а потом еще раз пройти во взрослом катании, вот он его прошел, безусловно. Он его прошел. Ну что ж, первый участник этой сильнейшей разминки, боевого этого заряда, боевой обоймы, первый участник справился со своим волнением, со своим настроем. И сейчас Татьяна Анатольевна Тарасова просто везде. И по телевизору вас покажут, Татьяна Анатольевна. И здесь вы уже. Волшебное чудо телевидения. Какое же это счастье, Вася, стоять у борта. Скажу вам честно, когда он хорошо катается, или они хорошо катаются, да. Когда хорошо. Я очень за него рада. За него, за Лену. Они очень много работали. Спасибо врачам, которые буквально за 2 дня привели его в порядок. У него тяжелая травма. Тяжелая. И вот 4 дня назад она дала знать о себе. Он не мог наступить на ногу. Я люблю, знаете, когда они себя побеждают. Когда они могут... Вот этот теперь у него пойдет. У ну, него он пойдет. Счастливый. Да, он счастливый. И он нас сделал счастливыми. И все равно счастливыми, все равно, какой он. Вас сейчас слышит весь стадион буквально. Я очень рада, что меня слышит весь стадион. Я стадиону очень благодарна за то, что они его так поддерживают. Вот. 151 балл он набирает. Мощно. Никто из тех спортсменов, которые здесь сегодня катаются, никогда столько не набирали. Я очень рада за него, знаете. За тех, кто возвращается после травмы. И после такой сегодня психологической травмы, что он так просил, чтобы к нему пришел психолог, а он не пришел. Вы наш психолог, Татьяна Анатольевна.